По словам ученых, мозг человеческий в состоянии обрабатывать большое количество информации. Однако сознательно мы воспринимаем лишь малую ее часть. Да, 2% где-то. Почему? Или для чего? Почему? Потому что весь остальной наш мозг предназначен для духовной работы. 2% мозга максимум – это то, что мы используем в обычной нашей жизни земной. А больше и не надо. Все остальное, что есть в нас, это только лишь для того, чтобы мы начали работать на следующее измерение. И тогда нам потребуется остальная часть мозга. То есть еще 50 тысяч лет назад, когда создавалось это тело, уже было задумано, что нам необходимо духовно развиваться, это заложенный потенциал? Конечно, исходя из нашего последнего состояния. Естественно. А ты считаешь, что все по Дарвину развивалось слепым путем?